Здравствуйте. Я бы хотела поинтересоваться, когда нам дадут отопление в Новоюжном районе? Эгерский бульвар 22. Дело в том, что у нас дети маленькие, болеют все, холодно, плесень по стене пошла. В общем, без отопления жить невозможно. Я думаю, с завтрашнего дня вы там начинаете получать в этом микрорайоне. Жители почти всех районов Чебоксар жалуются на то, что в квартирах холодно, а тепло из года в год подают поздно. Ответ администрации один. С 27 по 30 сентября тепло должно стать во всех квартирах города. Среди прочих вопросов, которые задавали, отсутствие горячей воды и увеличение стоимости за отопление. Ситуация по республике тоже непростая. Тепло стало далеко не во всех городах. В черном списке оказались Цивильск, Козловка, Канаш и Алатырь. С этими районами в рабочем порядке занимаемся. Рекомендовано всем уже отопительный сезон начинать в связи с низкой температурой наружного воздуха. Я думаю, в ближайшее время данные распоряжения будут. И начало отопительного сезона начнется. Вопрос отопления был и остается актуальным. До конца сентября его должны решить. Если нет, появится повод обратиться в управляющую компанию. Ольга Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Здравствуйте.